мы в Royal Palm Beach Comber Luxury Hotel, который расположен на северо-западном побережье Маврикия. Отель находится в 25 километрах от столицы Маврикия Порт-Луи. И в 75 километрах от международного аэропорта. Royal Palm Beach Comber Luxury считается одним из лучших отелей на Маврикии. Совершенство здесь чувствуется в каждой детали. А мы заглянем в главный ресторан на завтрак. Есть международная и маврикийская кухни. Линия шведского стола представлена самыми изысканными блюдами и холодными закусками. А основное блюдо, естественно, а-ля-карт заказ. Ну и, конечно же, шампанское. Открытая терраса, вид на океан, чтобы день с утра начинался правильно. Ресторан открыт ежедневно для завтраков и ужинов. Непревзойденный сервис делает пребывание в отеле невероятно комфортным, а высококлассная кухня не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов. Его роскошь высоко оценена внушительным списком гостей из Европы, политическими лидерами и звездами кино и шоу-бизнеса мировой величины. В отеле шикарный пляж и удобный вход в море. Естественно, есть бассейн с подогревом и не один. Также в отеле есть несколько а-ля-карт ресторанов. Итальянский барбекю, который работает на ужин. И пляжный ресторан, который работает на обед и ужин. Есть детский клуб со множеством развлечений. Детской площадкой и даже детским бассейном. Услуги няни. Два теннисных корта. Отличный спа-центр, предлагающий разнообразные программы и процедуры, направленные на оздоровление, релаксацию и повышение общего тонуса организма. Есть зал для йоги и пилатеса, салон красоты, парикмахерская, 18 процедурных кабинетов, массаж, рефлексология, аюрведа, рейки, бальная терапия, акупунктура, процедуры для лица и тела, хамам, сауна. Идемте посмотрим массажные кабинеты. Конечно же, есть тренажерный зал и не один. А еще есть вертолетная площадка. Ну а мы идем смотреть номера.
Начинаем наш осмотр с номера Senior Suite. Сейчас еще посмотрим ванную. Огромная ванная комната с ванной и душевой кабиной. Отдельная спальня с шикарным видом. Это вторая часть номера Senior Suite. Да, вот гардеробная с санузлом, халатики, тапочки, ну понятно, что все есть. Так, вот сумочка для гостей в подарок, пляжная. И еще посмотрим номер Ocean Suite. Он немного меньше, состоит из одной большой комнаты, но стиль и все необходимое такое же. Все номера в отеле в такой стилистике. Если коротко, то все. А вы подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры отелей.